Хочу предложить вам комплекс ежедневных упражнений, которые вы можете выполнять в течение 15 минут в любое удобное для вас время дома. Или утром, или днем, или вечером. Но обязательно помните, что нужно выполнять упражнения в удобной, не стесняющей движении одежде и проветрить помещение перед занятием. Начинаем. Разминка и дыхание. Делаем вдох и выдох. И еще вдох и выдох. Вдох через нос, выдох через рот. И последний раз вдох и выдох. Хорошо. Ручки в стороны. Разминаем туловище. Туловище двигаем из стороны в сторону. Тянемся к стеночке, к стеночке, к стеночке. Еще 4 раза. 4, 3, 2 и 1. Хорошо. То же самое таз. Разминаем таз. Движение в сторону. Тянем тазом к стеночке максимально. Раз, два, три и 4. Хорошо. Разомнем ноги. Одну ножку ставим на носочек. Делаем круг во внешнюю сторону. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7 и 8. И в обратную. Раз. Коленом помогаем и стопой. Еще 4, 3, 2 и 1. И с другой ноги точно так же. Сторону, сторону, кружочек. Еще 4, 3, 2, 1. В обратную. Назад. Стопа помогает. Поднимаем пяточку, отрываем от пола. Еще 3, 2 и 1. И разомнем немножечко верхнюю часть ног. Перекатываемся с ноги на ногу. Еще ниже. Ноги выпрямляем. Тянемся руками в пол. Легкие покачивания. 4, 3, 2, 1. И таз тянем в пол. Раз, два, три, 4. И снова туловищем и руками качаемся вниз. И снова поменяли. Таз вниз. 4, 3, 2. Хорошо. Вдох и выдох. В качестве разминки, в качестве растяжки хочу еще вам предложить маленький комплекс из йоги, который называется Сурья Намаскар. Приветствие солнцу. Сначала ручки вместе. Намасте. Делаем вдох и выдох. Вдох, голову подняли. Выдох, опустили. Вдох, прошли вперед. Стоим ровненько. Выдох. Опустились, грудь положили. И выдох. Выгнулись. Вдох. И выдох. Пятки тянем к полу. Голову стараемся поместить между руками. Задержались. 3, 2, 1. Подтягиваем ноги. Вдох и выдох. Можно повторить несколько раз этот комплекс.